по многочисленным просьбам сегодня снимаю эндоскопом мой катализатор. Посмотрим, в каком он состоянии, и посмотрим, как правильно снять эндоскопом, как правильно открутить датчик кислорода. Так что поехали. Это моя машинка. Все уже знают. Вот мой номер. И еще ребята в комментариях просили указать точный пробег. Некоторые не верят, что у меня 245. Пойдемте вместе в салон, чтобы видео не прерывалось. Вот, значит, моя машина. Открыл я. И вот он пробег. 246-786. Все, теперь верят все. Вот, погнали разбирать. Нам для этого понадобится ключ на 22. Есть специальные ключи для снятия датчиков кислорода, но на Kia Sportage можно обойтись и без него. Для этого мы сначала откручиваем, снимаем вот эту фишку, вот эту. Я ее уже вытащил, здесь нажимаем. Ну-ка, Толян, поди сюда. Подержи, только не урони. Нет, ты меня снимай, вот так вот. Ну, я хотел взять. Все, держишь? Для этого снимаем вот эту фишку поближе. Поближе, чтобы видно было. Вот эту фишку вот здесь нажимаем, вытаскиваем. Вот. И ключом на 22, еще ближе прям сюда. Ключом на 22 откручиваем сам датчик кислорода. Вот. Он у меня очень легко пошел, откручиваю его первый раз. До вас еще ни разу не откручивал, не смотрел. Вот полностью его вытаскиваем. Да, вот так вот. Все, вот в таком состоянии. Ай, блин, горячий. Состояние. Ай, блин, горячий. Вот в таком состоянии датчик. Обычно они еще проверяются таким механическим путем. Если там ничего не звенит, значит, в принципе, там стержень не откололся, и все с ним нормально. Но это так, можно сказать, деревенский способ. Все, датчик открутили. Сейчас остывает наш катализатор, остывает двигатель, и лезем эндоскопом. Пока что подготавливаем эндоскоп. Вот, и ждем, когда двигатель полностью остынет. Вот сюда будем залазить. Так, ну что, друзья, повторюсь, лезу я эндоскопом в катализатор первый раз. И наблюдаю такую картину, то что, в принципе, по большому счету, механических повреждений на катализаторе не обнаружено. Видел в интернете, человек вот так же залазил, смотрел на Kia Rio. Там были какие-то разрушения, здесь их вообще нет. Вот. Ну, судите сами. Вот сейчас покручу эндоскопом везде. Ну, везде картина вот одинаковая. Судите сами. Может быть, у меня среди подписчиков есть профессионалы. Так что подсказывайте. Вот. Пишите свое мнение. Мне очень интересно. В таком состоянии мой катализатор. Ну что, друзья, посмотрели мы с вами вместе катализатор. Как вы видите, разрушений видимых нет. Вот. Но я, конечно, не профессионал по этим катализаторам. Давайте посмотрим, подумаем с вами вместе и придем к общему мнению. Пишите в комментариях, в каком состоянии мой катализатор. Мне очень интересно. Вот, заодно, чем больше вы будете писать комментарии, YouTube будет меня видеть и продвигать мое видео в рекомендованные. Если мое видео попадет в рекомендованные, то у меня будет очень много просмотров. Вообще, YouTube меня очень мотивирует, мне очень интересно. Пишем комментарии, подписываемся, ставим лайки. Вот. Короче, всем пока, спасибо. С Новым годом, кстати. Да, еще с Новым годом, пока.